Петропавловск продезинфицируют. Речь идет об общественных местах города. С понедельника подрядчики начали отмывать автобусные остановки, включая внутренние и наружные панели, периметр, урны и скамейки. В общей сложности им предстоит вымыть порядка 200 автобусных павильонов. В ближайшие дни начнут дезинфицировать и улицы, тротуары, пешеходные зоны в скверах и парках. Управляющие компании должны заняться санобработкой подъездов домов, в том числе дверей, дверных ручек, домофонов, почтовых ящиков, перил и лестниц. Дезинфицировать будут и все контактные поверхности в зданиях магазинов и других организаций, открытых для посетителей.